Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. В останні кілька років заговорили про проблему та шляхи вирішення конфліктів між підлітками у школі та за її межами. Тож, наскільки актуальною є ця проблема для України і яким чином можна її розв'язати? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями Анатолієм Пазичуком, менеджером проєкту громадської організації «Офіс регіонального розвитку» та Катериною Гостімінською, координаторкою проєкту «Шкільна медіація та діалог». А я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашим гостям за номером телефону 47-74-72. Вітаю вас у нашій студії. Логічне запитання. Що ж все ж таки, чим є медіація? Прошу, пані Катерино. Медіація – це процес рішення конфлікту ненасильственним методом, так сказать. Когда две стороны конфликта не могут договориться, не могут донести свои требования друг до друга, выходит третий человек, который эмоционально в конфликт не ввязан и может донести каждой из сторон конфликта их требования, их желания и может дать им возможность решить этот конфликт, ну, так скажем, ненасильственно. То есть без вмешивания туда судебных инстанций и так далее и тому подобное. А в разрезе вашего проекта тут яка суть медиации? С нашим проектом это связано больше, конечно, с медиацией в школе. Там, где есть конфликты в школе, медиаторы просто необходимы, я считаю. И надо учить детей решать свои конфликты между собой, учить общаться и выходить из конфликтов достойно, корректно, без разжигания конфликтов и без агрессивных проявлений среди детей. В чем я главная концепция, пан Анатолий? Ну, наш проект вообще он довольно большой, называется «Медиация в школе. Стратегия для молодого поколения миротворцев в Украине». И в рамках проекта мы будем обучать как детей, учащихся в школе, да, так и учителей основам медиации и правам человека. То есть они будут получать знания и как по медиации, как по ненасильственному регулированию конфликтов, так и по базовым понятиям относительно прав человека. Чему была выбрана самая такая тематика? Ну, дело в том, что если посмотреть даже по срезу новостных блоков по Украине, все чаще и чаще мы можем видеть то, что происходят конфликты в школе. И непосредственно они происходят среди учащихся и в помещении или на территории учебного заведения. И мы решили, что именно это такой один из показателей, который говорит о том, что нужно нести знания, чтобы как-то снизить и этот уровень агрессии в школах, и донести, опять же, понятие по медиации, как эти конфликты можно мирным путем улаживать. Ну, як я розумію, і наскільки мені відомо, і все ж таки я навчалася у школі, цькування, такий от булінг, він завжди був. Чому саме зараз про нього заговорили, пані Катерино? Тому що уровень агрессии, вот этого буллинга в школе сейчас достиг каких-то колоссальных размеров. И когда Офис регионального развития делал анализ материалов, связанных с буллингом, цкуванием, как то кажут, в школах, то по обратной связи с детьми была выявлена такая цифра, что в школах 64-67% детей подвержены буллингу. Это колоссальные такі результати, раніше таких не було результатів, як я розумію. Ну, раніше ми не знаємо, ми не сталкувалися. Ну, на сьогоднішній день 67% це достатньо високий результат, я вважаю. І, крім того, діти не навчені вирішувати ці конфлікти мирним путем. Якщо ви подивитеся блоги або відеосюжети іноді в Ютубі, это действительно очень серьезная проблема. Дети с особой жестокостью решают между собой, выясняют отношения. И мне кажется, что на сегодняшний день это приобрело масштаб эпидемии, как-то надо с этим бороться. А чи є взагалі практика вирішення подібних конфліктів, навчити як дітей, тобто чим займається ваш проєкт? Чи є така практика за кордоном, наприклад, в Європі? Ну, конечно, есть. Это не инновация, это на самом деле
Европейские страны пошли этот путь очень давно. В школах с ними работают медиаторы. Они изначально, ну, надо понимать то, что изначально уровень толерантности в европейском обществе, он намного, показательно намного лучше, чем у нас. Поэтому там изначально прививают базисные понятия и прав человека, достоинства человека и так далее. Поэтому там уже априори легче решать конфликты. Но тем не менее, с ним в каждом учебном заведении там работают специалисты, которые учат с самого маленького возраста и правам человека, и медиации как неотъемлемым компонентом прав человека. Да? То есть это все работает. Очень у нас работает у них, а у нас оно работает в форме, была в некоторых школах уже функционирует шкільна служба порозуміння. Там роль медиаторов берут на себя учителя или психологи, которые пытаются своими силами, довольно удачно иногда, пытаются решить конфликты, которые возникают в их учебном заведении. Я зрозуміла. Пані Катерино, як взагалі готувався ваш цей проєкт? Які основні пункти? Тобто, ну, як я розумію, як по сходинках будете просуватися? От розкажіть більш докладніше, як це все відбувається? Ну, сам проєкт стартував з трьох круглих столов, которые были представлены в Херсоне, в Николаеве у вас и еще будет в Одессе. И на этих круглых столах поднимались вопросы медиации, что это такое, выступали медиаторы, спикерами, очень достаточно известные люди. Были приглашены представители ГО, представители образования, учителя школ, представители педагогических вузов. И мы старались донести до них необходимость и важность этой проблемы, а также рассказывали, как вообще этот проект будет осуществляться, как он будет внедряться в этих трех областях Херсонской, Николаевской, Одесской, какие этапы этого проекта. Ну, основной этап – это, конечно, этап обучения детей и педагогов школ. В каждой области будут выбраны три школы. Они будут выбираться на конкурсной основе. Дальше в этих школах будет проводиться обучение в виде тренингов как детей, медиации, правам человека, так и педагогов. Почему мы считаем, что необходимо обучать как детей, так и педагогов? Потому что в школах медиация среди учеников все равно она нуждается в, как это сказать, в направлении взрослых. Взрослые не будут вмешиваться в нее, но они должны все-таки как бы направлять, помогать, да, и следить, как это развивается дальше. Это основной этап. Кроме того, будут обучающие поездки в Киев, где участникам проекта будут показаны, ну, как проходит медиация, кто этим занимается, где это применяют. Также они смогут посетить организации, которые этим занимаются. То есть достаточно интересная такая должна быть деятельность. Глобально, ну, такая программа. Ну, вот мы так это себе видим. И это только на 2018 год, а на 2019 год еще запланированы углубленные тренинги, так же самое мультимедийные там тренинги, которые будут с участием спикеров с других стран, которые вот непосредственно расскажут, как у них происходят процессы медиации. И завершится это все большим форумом в Херсоне, который как бы он будет итоговый относительно этого пилотного нашего проекта. То есть мы будем видеть результаты, получились ли у нас те цели, которые мы заложили в проект, не получились, ну и как вообще восприняло это общество. А взагалі, какие цели закладывались в проект? На самом цель у нас одна, и она большая, и я думаю, что мы ее достигнем. Цель подготовить даже медиаторов среди школьников и среди учителей так, чтобы в каждой школе, в которой будут проходить тренинги, там уже были готовы медиаторы, которые сами смогут гасить конфликты и смогут поделиться этим опытом с другими. То есть построить такую сеть медиаторов. Я зрозумію. До речі, про школи. Як взагалі обралися школи? І яка кількість в кожному з трьох міст, яка кількість шкіл буде брати участь у проєкті? У нас зараз і будет объявлен конкурс на школу, то есть школы будут подаваться. Там есть определенные критерии, которые нам интересны.
ну, естественно, конкурс открытый, он будет размещен на таких сайтах, как Гурт, Простер, то есть на тех сайтах, где размещаются подобные материалы. В каждой области, это Одесская, Николаевская и Херсонская, будет выбрано 3 школы, в которые будут участвовать в этом проекте. То есть участие, естественно, бесплатно, от школы требуется, ну, только там, естественно, наличие там какого-то технического обеспечения и так далее. Я зрозуміла. А таке запитання, ви не проводили особисто якесь там порівняння чи якесь там невеличке розслідування, в яких школах частіше, ну, для все ж таки, ну, в Миколаєві саме, я про Миколаїв питаю, де частіше відбувається таке от цькування якесь там, дискримінація, можливо, якась там, якісь там повідомлення чи форуми, чи чати. Нічого такого не робили, не перевіряли, де було б краще все ж таки застосувати цей проєкт? Специально нет, но так, мониторя новости, там, Facebook, можно сказать, что такие конфликтные ситуации, они могут возникнуть вообще, ну, где угодно, да, и независимо, это какой регион или школа находится в городе или в каком-то селе, ну, то есть невозможно. Там, где есть какой-то... Чи це ліцей, чи це гімназія, чи це звичайна школа. Элитный лицей, без разницы, либо это обычная, самая обычная заурядная школа, вообще никакой разницы не играет. Там, где может быть такой конфликт, да, есть какая-то разница во взглядах, во мнениях, там может быть это конфликт и, соответственно, будет какая-то потом дальше вспышка агрессии и так далее. Для нас будет интересно, если школы будут, ну, они, соответственно, свои заявки на конкурс, они будут мотивировать, почему им это интересно. И, естественно, если там будет, они будут писать, что у них были случаи конфликтов, и как они его решили, или они нуждаются в помощи, чтобы им подсказали, как решать, я думаю, мы это будем принимать во внимание. Я зрозуміла. А взагалі, чому саме ви вибрали для участі в проєкті, чому вибрали саме південні міста? Тут найбільше агресії чи як? Ну, для нас это пилотный проект, да, поэтому он рассчитан пока только на 3 области, а выбиралось исходя из того, что в прошлом году проводилось исследование большое, оно называется «Що українці знають про права людини». И показатель как раз толерантности в южных регионах, он довольно низкий. Вот. И поэтому мы решили, что начнем мы как раз с южных регионов, где мы сможем как-то донести что-то полезное для еще детей, которые в дальнейшем, если когда-нибудь проведут еще раз такое исследование глобальное, показатели были уже другие. Хоча б трохи вище. Я зрозуміла. Пані Катерино, таке запитання. Чому для проєкту взяли групу підлітків від 13 до 17? Чому саме цей вік? Ну, тому що в цьому віці, якраз підростковому, це пік таких відносин у дітей, коли вони виясняють між собою відносини, к сожалению, з агресивними такими ну, серйозною агресивною реакцією. И мы решили, что начнем вот именно с этого возраста, для того, чтобы они могли нести это, ну, как бы, опыт этой медиации дальше в свою жизнь. Мы думали о том, чтобы, может быть, меньше возраст взять, но там сложнее. Дети еще не так общаются, у них не совсем еще такие, скажем, доверительные отношения, которые возникают именно в подростковом возрасте. Для подростка очень важно, как его воспринимают сверстники. Даже намного важнее, допустим, чем его близкие, родные, взрослые. Да, потому что сверстники для подростка, они более значимы. И когда возникают сложности в общении, и подросток пытается что-то доказать, к сожалению, он не всегда умеет доказать это корректно, достойно. И вот поэтому возникают такие вот серьезные проблемы с решением конфликтов. И мы решили, что подростки именно это та категория, на которую надо в первую очередь обратить внимание. Посмотрим дальше на результаты проекта. Может, действительно, мы расширим возрастную категорию. Ну и возраст действительно очень пиковый, и в этом возрасте формируется уже личность человека. Абсолютно. Поэтому актуальность этого возраста, она именно этим определена, чтобы как можно максимум попытаться сформировать другое отношение и к проблеме там, дискриминации, толерантности и так далее. А взагалі, в чому як проявляється і чому виникають конфліктні ситуації? Причини? Як я розумію, ви робили якісь висновки, якісь підрахунки. Які основні причини конфліктів між собою підлітків? Вы знаете, это настолько
разница может быть, точнее, что может быть стать причиной конфликтов настолько обширная, что конкретно это может быть разница там и в материальном положении семьи, да, там и в цвете кожи, и в том, как человек говорит. Ну, то есть какой-то одно отличие, вообще конфликт возникает там, где есть отличие, да, и там, где есть кто-то не может воспринять отличие, начинается такой уже идет буллинг. Поэтому что конкретно может быть, ну, даже никто не скажет. Это может быть где угодно, и причина может быть очень разная. Вот это может быть и там доминирование лидера над другим, просто там какое-то... То есть причин на самом деле очень много. Я зрозумів. Проект буде впродовж півтора чи два роки? Учебний год. Учебний год. Повністю навчальний рік. 18-19 рік. І в кожному місті буде по три школи? В кожному місті чи області буде? Області. Більш докладніше розкажіть, як це? Бо я щось не можу зрозуміти. Чи це школи суто в містах, чи це села? І хто там буде брати участь? Скільки взагалі учасників? У нас будет в каждой области по три школы, то есть это может быть и и в городе, и в каком-то удаленном селе, без разницы. Главное, чтобы была мотивация, чтобы в школе проводился тренинги. Целевая группа в школе будет, как мы уже ранее говорили, это учащиеся и преподавательский состав, педагоги. То есть они будут одновременно учиться двум блокам медиации и правам человека, что группа учащихся, что группа преподавателей. Это будет как додатковое занятие для учеников, которые берут участие? Да, это будут дополнительные занятия, и мы гибки в этом плане, поэтому когда это будет проходить там в субботу или там в пятницу, ну скажем, да, утрируя, мы это будем оговаривать с администрацией школы. То есть нам интересно, чтобы это не было там из-под палки, никого не заставляли, чтобы люди приходили за знаниями. Поэтому мы эти вопросы все будем оговаривать уже с администрацией учебного заведения. Я зрозумію. Пані Катерино, скільки людей взагалі, ваша команда, скільки людей бере участь, можливо, якісь там волонтери і спеціалісти з певних напрямків, скільки взагалі людей, хто чим займається? Ну, непосередньо проєкт ведемо ми вдвоєм з Анатолієм. А кто будет проводить занятия? Тренинги проводят тренеры, которые тоже отбираются на конкурсной основе. Они предоставляют свою программу, там есть определенные требования в этом конкурсе. Они предоставляют эту тренерскую программу и будут отобраны для проведения тренингов. В Украине есть такие тренеры, достаточно опытные люди, которые тоже обучались не только в Украине, но и в Европе, за пределами нашей страны. И вот этих людей мы готовы отбирать для того, чтобы они работали в нашем проекте. Также у нас есть два соучредителя громадской организации, которые тоже принимают участие, очень активное в продвижении этого проекта. Это Алла Юрченко и Антон Гниденко. Вот. Поэтому ну вот, непосредственно в этом проекте вот, будут работать эти люди. А дальше посмотрим, если проект будет развиваться, будем больше залучать людей. А от вже були конкурси щодо на посаду тренерів? Вже якось так об'явили вже конкурси чи ні? Чи ви вже спілкувалися з майбутніми тренерами? Ну, конкурс уже є на сайтах, він зараз проходить модерацію. Администрации сайтов, чтобы ну, на предмет размещения. Я думаю, что это должно быть уже сегодня промодерировано с тренерами. Но определенный интерес у тех тренеров, которые занимаются этой проблематикой, у них есть, они обращаются. Вот. Но, соответственно, они все равно все будут проходить на конкурсный отбор. Ну, поэтому я думаю, с этим проблем не будет. На самом деле тренеров, как я сказала Екатерина, тренеров очень много, опытных, и те, которые работали уже непосредственно в школьной среде. Ну, то есть будет все нормально в этом плане. Я зрозуміла. Трохи повертаючись, я хочу все ж таки уточнити. В кожній школі, три школи, в кожній області, і вчителі, і учні. Потім
По завершенню, взагалі, кого готуєте і скільки людей вийде, ну, я не знаю, можливо, з сертифікатами, що це медіатори. Як це буде на завершення вже, на завершальному етапі? Там будет определенное количество людей, ну, это будет, допустим, там 30, но, опять же, это все будет индивидуально, от школы зависит, это может быть там 30 учеников, 15 учеников, но по факту, если останется там 10 учеников, которым это будет интересно, это будет 10 человек. То есть у нас нету именно такого жесткого показателя, что это должно быть отобрано 30 человек, и все. На окончании у них будет на руках сертификаты, а самое главное, что у них будут знания, которые они смогут применять. Это намного важнее, чем сертификаты. Тобто після закінчення цього проєкту вони зможуть і надалі працювати, і йти в школи, наприклад, в інші навчальні заклади, і також ставати медіаторами, тобто вже навчати наступні покоління, скажімо так. Да, якщо вони зможуть це робити, ми сподіваємося, що вони будуть нести ці знання, то це буде дуже добре. А взагалі, чи є вже у вас в планах, як розвиватися далі? Тобто цей майбутній навчальний рік, ви відпрацюєте, які взагалі ставите собі плани на завершення? Тобто, чим хочете, щоб завершилось, і на майбутнє, як це буде все розвиватися, які надії маєте? Прошу, пані Катерино. Ну, у нас дуже велика надія на те, що буде сформована сильна група медіаторів, іменно дітей, підлітків, тому що це дуже важливо, щоб вони працювали по принципу «равны равному». Дети вообще очень хорошо воспринимают, когда с ними работают их ровесники. Это действительно очень хорошо, потому что взрослый, он все равно идет с позиции взрослого и как бы указывающего. А дети наравне друг с другом воспринимают эти знания намного легче и как бы благодарнее, так скажем. И мы хотим сформировать серьезную, сильную группу медиаторов среди детей, чтобы они действительно несли это дальше и могли учить уже самостоятельно своих ровесников или, может быть, детей чуть младше, но передавать этот опыт. Это первое. Конечно, в планах у нас есть развитие проекта. Безусловно, всегда хочется, чтобы проект жил дальше. И мы думаем его расширять. Есть у нас такое в планах. И кто знает, может быть, мы еще в какие-то другие учреждения будем заходить. Но вот есть у нас такие задумки. Мы посмотрим, как это отзовется вот на этом пилоте, на этих трех областях. И, вы понимаете, у нас даже когда регистрировались люди на круглые столы, когда мы объявляли о том, что будет проводиться, где будет проводиться, у нас было достаточно желающих из других областей. И когда мы говорили, что, вы понимаете, ну... Тобто південь – це не кінець. Это совершенно да, не ограничивает никого. Мы говорили, пожалуйста, приезжайте, ну вот, если вы можете, за свой счет. Ну, конечно, больше мы сосредоточены вот на конкретных южных областях, регионах. И люди говорили, да, мы как бы согласны, мы очень хотим. Это было приятно, и мы поняли, что действительно в этом есть... какое-то рациональное зерно, и надо как-то его взрастить, чтобы оно продолжало, как-то кажется, сталість проекту. Я зрозуміла. Пане Анатолію, є що додати до цього? Ну, на самом деле, такі індикатори, як люди знаходять з других областей, там, з Івано-Франковської області, з Львовської, і вони знаходять це мероприятие, да, і вони інтересуються, це говорить о том, що це індикатор, о том, що в тих областях теж є інтерес, і можна туди рости, і там є необхідність. Бо заходіть туди. Я зрозуміла. Можливо, в майбутньому взагалі Міністерство освіти візьме на поруки, скажімо так, ваш проєкт і просто зробить по всій території подібні як точки, щоб також розвивалася медіація взагалі, розвивалася в інших областях. Взагалі, як ви думаєте, таке можливо? Это возможно, и Министерство образования сейчас плотно работает с проблематикой буллинга в школах. И недавно зарегистрирован законопроект, который там предусматривает административное наказание за проявление буллинга. Ну, то есть Министерство образования, оно идет по этому пути, поэтому если мы найдем вместе какие-то моменты соприкосновения, мы будем рады. Я зрозуміла. Так, ну що ж, час нашої програми вже
добігає кінця. Дякую, що завітала нас. Спасибо вам. Бажаю, щоб все ж таки все вийшло і всі плани були, всі вершини були подолані. А я прощаюся з вами, шановні глядачі. Гарного вечора. На все добре.